Югорские врачи спасли годовалого малыша с Ямала. Ребенок с обширными ожогами поступил из поселка Губкинского 18 февраля. Почти половина тела была обожжена, пациенту пересадили кожу. Длительное время он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Периодически малышу проводили переливание крови и плазмы. Лечение осложнило долгая дорога ребенка. Везли почти 4 дня. Доставлен ребенок был в крайне тяжелом состоянии, потому что с момента травмы прошло 4 суток. К сожалению, в Ямало-Ненецком округе нет специализированного ожогового отделения, поэтому врачи обратились к нам за помощью. В дальнейшем он был переведен в наш корпус, где продолжилось лечение, была выполнена пересадка кожи. И на сегодняшний день ребенок в удовлетворительном состоянии выписывается домой.